Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы... Константин, есть идеи, какую установку дал на игру тренер этой команды? Думаю, они сыграют в привычной для себя манере, Георгий. Позволят сопернику владеть мячом, а как только те ошибутся, а те обязательно ошибутся, сразу бросятся в контратаку. На экране стартовый состав гостей. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы... Константин, есть идеи, какую установку дал на игру тренер этой команды? Думаю, они сыграют в привычной для себя манере, Георгий. Позволят сопернику владеть мячом, а как только те ошибутся, а те обязательно ошибутся, сразу бросятся в контратаку. На экране стартовый состав гостей. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы... Константин, есть идеи, какую установку дал на игру тренер этой команды? Думаю, они сыграют в привычной для себя манере, Георгий. Позволят сопернику владеть мячом, а как только те ошибутся, а те обязательно ошибутся, сразу бросятся в контратаку. На экране стартовый состав гостей. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы... Константин, есть идеи, какую установку дал на игру тренер этой команды? Думаю, они сыграют в привычной для себя манере, Георгий. Позволят сопернику владеть мячом, а как только те ошибутся, а те обязательно ошибутся, сразу бросятся в контратаку. На экране стартовый состав гостей. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. И наш матч начинается. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Решил пробить. Нужно выходить из ворот. Все правильно.